18 років тому народилася найпопулярніша мережа у світі Facebook. З того часу в ній зареєструвалося 2 мільярди користувачів. Скандали, коментарі, обговорення і фото. Усім цим люди діляться в мережі. Та як часто саме дніпряни користуються Facebook, дізнаємось прямо зараз. Ой, це, мабуть, як болезнь вже якась. Це не потребність вже, а просто болезнь. Кожен день. А могли б прожити без Facebook? Могла б, легко. Я каждый день пользуюсь. У меня друзья по всей Украине, я с ними переписываюсь там. Пользуюсь, ну, не останавливаюсь на этом никак. Без фанатизма? Ну, совершенно. Что есть, да. Так, ну, новости почитать, еще что-нибудь, конечно, ну, какое-то видео кто-то пришлет, и все. Часто. Я там, ну, если новини дивлюсь, например, якісь, то Facebook часто використовується. Погоду посмотреть, сообщения, новости иногда. Я не пользуюсь Фейсбуком. Очень часто. Это сейчас основной мессенджер. Который, ну, не мессенджер, а соцсеть, которой я пользуюсь. Я замечательно могла победить без Фейсбука. Для меня это не сыграет никакой роли. Семья, дети, работа. Поэтому это всегда самое главное. Если говорить о Фейсбуке, то, конечно, не каждое утро. В соцсети, конечно, заходишь, потому что уже работа плавно перешла в какие-то там телеграммы и все остальные приложения. Поэтому, конечно, фактически живешь с этим. Но уже было обойтись и без него. Больше бы было времени, наверное, было больше на общение такое, которое с глаза на глаз, а не так, как у тебя дела. Не, ну может кому-то нужен. Я вот не пользуюсь Фейсбуком, очень мало в соцсетях нахожусь. По надобности, когда объявления какие-то посмотреть или может написать кого-то, найти девушку какую-то. По работе, чтобы настраивать рекламу на таргет. А смогли бы прожить по нему, или это уже привычка? Да, смогла бы, конечно. Без проблем. Без Фейсбука можно, без Инстаграма сложно. Без ТикТока еще сложнее. А на что мне? Не, ну интернета у нас немає. Достаточно редко. Ну, я раз в месяц я в Фейсбуке не общаюсь. У меня его нет. Поэтому я не пользуюсь. Вообще не критично. Вообще нет необходимости пользоваться им. Могу без него прекрасно обходиться. 2 раза в год. И все вот так? Ну да, у меня там никого нету. А вы? Я чаще, я СММщик, поэтому работаю в Фейсбуке. Ну, 50% своего времени, наверное. А смогли бы прожить без него? Или? Конечно. Конечно. Без Инстаграма нет, я бы не прожила, а вот с Фейсбука можно было бы прожить.